Всем привет, Мурмяу, с вами котенок Лайк. И сегодня у нас необычная игра про бабулю. Мы стали той самой Гренни. И все, кто видит это видео, ставьте, пожалуйста, лайки котенку Лайку. Я буду вам очень благодарен, друзья. Ну что ж, у нас какой-то сейф в доме нашей бабули. Здесь можно набрать пароль, который, естественно, не сработает. О, смотри, здесь ночная ваза у бабули, горшок. Ты чё, бабулька? Уже впадло до туалета, что ли, дойти? Навалило кучу. Прям под кровать. Что такое? Зеркало разбили. Ох, ничего себе. Смотри, какая-то психованная бабуленция. Что происходит? Там что-то вначале было написано, что бабуля не узнает, что у нее происходит в доме. Так, это шкаф какой? Что, это шкаф? Да ладно. Бабку, короче, жестко шкаф победил. Видимо, в этот шкаф лучше не суваться. Что-то ему не нравится. А сундук открыть мы не можем. Так, слушайте, мы здесь брали кусок стекла. Отлично, мяу. И теперь... Тут вот какая-то штука, я не знаю, как нам выбрать. Вот так, что ли? Реально, смотри, мы что-то там достали. Какой-то шар, а что с ним делать? Я не знаю. Пишите в комментариях, что с ним делать, друзья. Но пока его отключим. А, телевизор, можно его включить? Да, можно включить. Так, непонятный глаз. О, Слендерина, смотрите. Все в краске красной залилось. И что-то там, по-моему, лежит за диваном. Вот это что такое? Я смог взять. Короче, это была какая-то картина. А теперь мы попали в ванную. Здесь какой-то шар, это был скример бабули. Чего он? И снова начинаем все сначала. Вот это мне, кстати, не особо нравится, то, что нам приходится начинать все сначала. Но кое-что мы уже разобрались. Не знаю, насколько будет долгая игра, друзья. Так, чуть в шкаф опять не зашел, который нас побеждает. Поэтому, возможно, будем записывать летсплей на две части. Не знаю, что дает картина, также не знаю, что дает этот телевизор. Но давайте его включим пока что. А, так, к этой ванной лучше не подходить. А, по-моему, ручки. О, вот и как раз туалет. Надо было Гренни идти сюда, а не в ночную вазу. Не понял, мы снова пришли там, где мы были. Значит, здесь что-то новое. Так, табуретка взять, мы ее не можем. И, кстати, смотрите. Похоже на кусок картины. Да, действительно, он подошел, друзья. Вот это, конечно, да, мишка у Гренни. Так, это что такое? Ключ. Окей, плита, раковина. Звуки, конечно, немножко странные. Какая-то мясорубка. Что с ней делать? Мышь какая-то, смотрите. Чего? Вы это видели? Да ладно, бабка тебя просто в твоем же доме разрубила. Чё за жесть? Даже не смешно, даже немножко жалко бабушку Гренни. Ну окей. Значит, мы повторяем наш маршрут. Берем шарик. Включаем телек. С этим глазом мы разберемся потом. Забираем картину. Все, идем в ванную. Я забыл, здесь мы что-то брали. Нет, здесь, по-моему, только туалет. И рукомойник. Все, понятно. Мы снова вернулись сюда. Теперь мы идем на кухню, но не подходим к столу, который нас разрубает. Так, здесь вроде ничего нету. Здесь у нас ключ. Мясорубка. А если мы... Да, реально, смотрите. Ключ подошел. А чё, как эту штуку? Это же от мясорубки деталь. Почему она не запускается? Как бы я ее собрал. Странно. А мышь мы можем взять? Может, с этой стороны? Да чё вообще эта мышь? Непонятно. Так, это что такое? По-любому что-то здесь выскочит. Какая-то голова барана непонятная. Окей. Это, походу, шипы, да? Так, не сработало, естественно. Если мы сюда встанем, то, скорее всего, будут какие-то шипы.
Круглая, кстати, чем-то напоминает глаз, который бегал, да? Смотрите, зрачок. Слушайте, возможно, это разгадка. Он же тоже там влево-право бегает. Ладно, мы туда доберемся обязательно. А, мы, кстати, сюда и пришли. Окей, но я думаю, сначала мы сходим вниз, потому что здесь мы не смотрели. А, мы сюда и вернулись. То есть, в принципе, это не особо-то и большой дом у бабули Гренни получается. Ну, пойдемте, где этот глаз-то был? Я уже, честно говоря, запутался. Что-то как-то мы ходим, бродим. А где наша кровать? Вот здесь надо идти вверх, где будет наша кровать, и запоминать, как там движется этот глаз. Вот это квесты. Так, сначала выключаем и... Право, лево, лево, право. А, право, лево, лево. Все, я понял. А, так, право, лево, лево, право, право, лево. Право, лево, лево. Право, право, лево. Сейчас бы не ошибиться. Сейчас бы вспомнить в том месте, когда мы наконец доберемся до того, что нам нужно открыть. Это здесь, да? Так, бабка, не зависай, бабка, только. Отлично. Право, лево, лево. Право, право, лево. О, ништяк. Вторая часть картины. Это круто, это хорошо, друзья. Отлично, ребят. А, давайте-ка вставим сюда. И сюда. И какой-то завод у нас получился. Примерно такой же вид я вижу у себя в окне. Интересно, для чего вот эта деталь? От мясорубки. А, может сюда? Нет? Да, точняк. То есть мы убрали шипы. И вот это у нас не срабатывает почему-то. Хотя, может, и срабатывает. Я просто пока не хочу туда наступать. А, так. Чё нам надо для... Вот этот шар, кстати, я тоже не понял, для чего он нужен. Может, его куда-то надо впихнуть? Непонятно. Он похож на... вот этого ванной, но как бы... тоже, может, капитошку сделать из него. Я не знаю, друзья. К этому скримеру подходить, конечно же, опасно. Поэтому... Чё? Он дернулся, дернулся этот шкаф. Ничего не произошло. У нас тут что? А, так, подождите. Подождите, они так торчат. То есть маленькая, большая, маленькая, большая, маленькая. Может так? Что это? Мне кажется, это как-то с этим. Маленькая, большая. Да? Нет. А если... А, стоп, подождите, их можно чуть ниже опускать. Это самое маленькое, чуть выше. Вообще, друзья, это какая-то жесть. Получается, вот это самое маленькое, это выше. Это маленькое. По-моему, сейчас, по-моему, остается. Есть! Только для чего нам второй красный шар? Вот это вообще мне непонятно. Это мне непонятно. Это для меня дремучий лес, друзья. Куда мне их девать? Что делать с ними? Слушайте, ну давайте сходим наверх. Может, мы куда-то пристроим все-таки эти красные... шары, что это такое? Я не знаю, ребят, вообще понятия не имею. В сундук они не влазят.
картине они тоже не присоединяются. Сюда вообще нет варианта трогать. Так, ладно. Что у нас? Мы пришли сюда. Давайте, нам надо попасть на кухню. Это нам налево. И сейчас мы попробуем сюда куда-нибудь все-таки пристроить. Так. Что-то, может, сюда, к барану, я не знаю. А, реально, смотрите. Подожди, это один, это второй. А, это скример барана был. Нам дали ключ какой-то. Какой-то ключ. Так, а это до сих пор не работает. Окей, может, это ключ от сундука? Тут как бы не все предметы издают звуки. Сундук издает. И у нас что-то, по-моему, в ванной издавало звук. Ночную вазу мы взять не можем. Так, что у нас здесь издавало? А, вот туалет, смотри. Те, чего? Я просто понажимал кнопку на туалет. И выскочил ключ. А вот этот ключ, наверное, как раз и будет от сундука. По крайней мере, я на это надеюсь. Да, ништяк. Что это нам дали? Это ручка какая-то. Похоже на пистолет какой-то. Я не знаю, что это. Куда это можно пристроить? Здесь у нас... Так, куда это можно? Здесь мы, наверное... А! Вообще, короче, жесть. То есть мы оказываемся абсолютно в разных местах. Хотя, чисто по логике, если спускаться вниз, мы должны были оказаться там, где голова барана вроде. Ручка, куда ее вставить? Так, как ее выбрать? Может, сюда? Я не знаю. Да, точняк! Рука, красная рука. Красная рука. Та-та-та. Тут все по логике. Рука. А, рука, по-моему. Рука, по-моему, как раз к той двери. Да, то есть наша вот не срабатывает. А эту мы взяли. И, видимо, вот этот ключ как раз сюда получается. По крайней мере, я надеюсь на это. Смотрите. Конец игры, здесь все в капканах. Бабулька в шоке, это же ее капканы. И тут, видимо, все, кто от нее сбежали, наставили этих капканов, чтобы бабка никуда не ушла из этого дома. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте, пожалуйста, лайки. Всем до скорых встреч, мурмяу, пока!